Теплая погода в ноябре стала причиной переноса срока открытия автозимника в сторону Усть-Кута. Вместо 15 декабря дату сместили на 20 число. Сегодня две колонны МУАТ пробивают автозимник со стороны Усть-Кута и Тасюряха. Автозимник Усть-Кут – часть федеральной автодороги Вилюй, который соединяет Якутию с Иркутской областью. Это стратегическая дорога, потому как по ней идет зимняя навигация на весь регион. На настоящий момент по выполнению это около 65%. Занимаемся пробивкой, устранением колейности на Морозской. А вот сезонные переправы через речки возводят в несколько этапов. Сначала на расчищенный лед укладывают доски внахлёст, заливают их водой и замораживают. К концу декабря планируется сдача первого этапа, это до 30 тонн. И до 60 тонн будет сдача ледовой переправы уже в январе месяце. Зимник, связывающий Иркутскую область и Якутию, подготовят к 20 декабря. Однако дорожники намерены завершить чуть раньше.